В пятницу глава региона Павел Коньков встретился с сенатором от Ивановской области Виктором Васильевым. Повод – ситуация в Украине. Казалось бы, при чем тут Иваново, но на самом деле незалежная к нашему региону ближе, чем могло показаться. Очень большое число людей имеет родственников, близких, знакомых на Украине. У нас в правительстве только у трех членов правительства близкие родственники живут на Украине. А у одного из начальников департамента сын служит на Ивановском, на котором Ивановская область шествует. Поэтому, на мой взгляд, это благородная задача правительства всячески содействовать оказанию гуманитарной, экономической помощи конкретным людям, которые, конечно, в этой ситуации могут попасть в сложное положение. Буквально неделю назад Совет Федерации официально дал добро на введение российских войск на территорию соседней Украины, если, конечно, потребуется. А буквально в среду в том же Совете Федерации было подготовлено обращение к органам государственной власти с просьбой поддержать братский народ. Сейчас Украину лихорадит, все больше ее жителей обращаются за российским гражданством. К сожалению, с каждым днем становится все больше и больше. Это не только ситуация нашего субъекта, это ситуация в целом по Российской Федерации. И судя по тому, как мы прогнозируем ситуацию, наверное, еще раз подчеркну, этих обращений, видимо, будет еще больше. В Севастополе на судне «Ивановец» проходят службу наши земляки. И им, и их семьям нужна поддержка. Сейчас в Иванове уже открыты счета для оказания помощи братскому народу. В понедельник состоится оперативное совещание правительства региона по украинскому вопросу. Горожане намерены провести акции поддержки граждан соседнего государства. Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.